Осмысление исторического прошлого, развитие пространственного воображения, соцреализм, философия. В Музее промышленности и искусств открылась третья международная научная конференция «Проект Манчестер. Музеификация индустриального наследия». В рамках работы выступят ученые из разных городов страны, таких как Пермь, Москва, Санкт-Петербург и мира. В первый же день слушатели ознакомятся с докладом искусствоведа из университета Сент-Эндрюс, Шотландия. Конференция – неотъемлемая часть фестиваля «Легкая индустриальная неделя», который проходит в городе с 6 по 11 октября. В музейных и выставочных комплексах горожане смогут познакомиться с культурой текстильного края, определить для себя ценность промышленного наследия. Мы сами стремимся к тому, чтобы расширить поле разговоров. В первую очередь мы занимаемся разговорами, рефлексии об индустриальном, некое новое измерение. И именно в этом году мы с помощью музея имени Бурелина, художественного музея, смогли представить ивановцам, гостям города, некую художественную программу.